так вот интенсивно реагируют, участвовали. И вот что я вам скажу, конечно, в отличие от обычной секты, мы открыты. Но что можно сказать точно, мы все фанатики. Фанатики своего дела, и ну, в каком-то смысле получается секта. Я рада очень, что мы начали объединяться и встретились в реальности. Конференция сейчас нам нужна.